Моя задача на сегодня — это порвать тайкан, однозначно. Друзья, всем привет. Валера так хочет порвать тайкан на своей P85 2014 года, что даже забыл поздороваться. Ну расскажи, какие шансы? Шансы, я ее облегчу полностью, спущу задние колеса на 1,8 баррель и 2 секунды разницы. Сколько у тебя по паспорту? 4,2 секунды. Это десятый, а у Тайкана 4 секунды. То есть 0,2 разницы. Ну, посмотрим. А у тебя полный заряд? 90%. Ну, у меня 95. Ну, все. Все пропало. Есть шанс. Ладно. И тогда еще сегодня какие у нас автомобили на гонках? У нас сегодня очень интересная подобралась компания. Model S 70. Заднеприводная. Это Audi. Самый мощный Audi e-tron с самой Sportback. Большой батареей. Audi Sportback. Это базовая, но новенькая Model 3 Standard Range Plus. Они, кстати, с e-tron примерно одинаковые по динамике. То есть тут, насколько я помню, 5,6 секунды, там что-то там 5,7. Здесь полный привод. Нет, здесь задний привод, а в e-tron полный привод. Ну вот посмотрим, что будет быстрее. Здесь Model S 85. Киловатт. И тройка. Тройка Performance. Ух ты. Это заявка на победу, я понял. Это заявка на победу. Ну что, погнали. Начинаем. Ну что, у нас сейчас первый заезд. Стартует Model S Standard Range Plus против Model S 70D. Посмотрим, кто из них более достоин биться с Audi e-tron. Что хочу сказать, Model 3 Standard Range базовая оказалась быстрее базовой S70. Так что она теперь пойдет в бой против Audi e-tron от Tesla. Ну что, сейчас у нас прямо заезд дня. Самая дешевая новая тройка и самый дорогой новый Audi e-tron. Карточка мне, да? Что быстрее, карточка в машине? Не банковскую, да. Банковскую? Чтобы строить страховку, да, на e-tron. А, ну да. Главное не забыть режим спорт включить. Все, можно ехать. Троечка против e-trona. Давай, не подведи. Да. Давай, троечка! Давай, аудюха! Внимание, марш! Но я старт профукал, и трон уходит. Нет! Я просто профукал старт. Артур, я прозевал старт. Ну что, тогда третий решающий заезд. Давай третий решающий. Давай, подъезжай. Третий заезд решающий. Артур! Артур! Да, все, я тоже тогда концентрируюсь. Ай, трон! Ну что, я не догнал Артура. Эсочка, точнее, тройка свое не показала. Ну что, Audi победила, но победа неоднозначна. Определенно неоднозначно. Равные соперники. Не, 70-ка сделает. Я
давай P85 Citroen. А, ну давай. Ты, это ж без шансов. Ты 75-ку сделал, да? Да. Ну все, давай. А сколько корпусов? Ну так прилично, корпуса на 3-то точно. Ну вот сейчас боюсь, P85 меня накажет. Конечно накажет. Здесь крутящий момент сразу. Сейчас покажем Audi, что такое Tesla. Ой, боюсь, боюсь. Та самая легендарная P85. Да. Ну, после такого поражения надо отыграться. Валера попросил реванш. Он на что-то надеется, но уже понятно, у старенькой P85-очки нет шансов. Хотя, честно сказать, отрыв просто минимальный. Ну что, погнали, попробуем еще. Ну что, заезд дня, кто же будет победителем? Ох ты, ничего себе! Ничего себе, наравне идут! Нифига себе, их сдал, вот это да! Я не ожидал. Вот это да. Икс видел, как рванул? Ну и что, кто выиграл? Нифига себе. Левая, да? Да, X. Вот так и должно было быть. 11.5? Да. Нет, она в лучшие времена ехала 10.98. Да, ну что, поехали сразу, как проигравший с Porsche. Сейчас, у нас стартует Model 3 Performance с Тайканом. Получается, ну, тройка, я уверен, что выиграет. Тайкан против тройки. Ну, Тесла рулит. Ну что, сейчас избиение Porsche методом Tesla Model X. Но мы попытаемся что-нибудь сделать. Так, главное не проморгать старт. Так, ну что, Porsche стартовал хорошо, но X уходит в отрыв. Нормально так уходит. Самый мощный X. Он уже на ферме. Один корпус, два корпуса. Три корпуса, четыре. Но мы тоже неплохо. На старой P85. Офигенно. Короче, я отстал на 5 корпусов от X-а. И я в шоке. Tesla P85 14 года еще дает джазы. Блин, вообще я в шоке. Какая проблема была, можешь глянуть, почти-то контактная группа, что-то там. А что, у тебя проблема какая-то? Вот, все, не е... Может, контакторы? Ну вот, мне Паша сказал, что это такое было. TSI System Performance Check. Ну, друзья, хочу сказать, не все золото, что блестит. Оказалось, что Model S 14 года Performance только чуть-чуть медленнее новенького Porsche 4S. А, к примеру... Tesla рулит. А, к примеру, базовая тройка Model 3, самая базовая, самая дешевая тройка, вот, слушайте, ничем не медленней самого новенького e-trona. Что, поздравляем! У нас сегодня победитель Евгений. Результаты будут еще в интернете, кто свои чеки не взял. Поздравляю. Спасибо. Делает Tesla Model X. Спасибо. Спасибо.
теперь надо выпить из кубка. Недоработочка. Ну, мы за рулем. Да, 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 да. Организаторам спасибо, участникам, молодцы. Да, всем спасибо, кто приехал. Всем вам спасибо, что приехали. Просто ну что, у нас опять помочь. Чудеса. Вот это вот стекло. Как он сейчас, знаешь, да. Надо дотянуться до этой дорожки. Проще съездить домой. За ключом. Артур, машина тебе нужно есть. Ставить вокруг этой машины. Да. Я могу да. Открыть, но... Без гарантии, может, да. Может да. Чуть-чуть проще, этот... За ключом съездить. Проще. Ну, да. Не, поехали, Вовка. Не, на самом деле с эском можно открывать вообще просто, без вопросов. Да, здесь просто его заплатить. Я поворачиваю зеркала сложились, какой хрена. Ну что, вот тут предложили нам ввести новую метрику соотношение цены автомобиля, да, к его скорости. Да, можно 5 Model S купить, P85, либо Model X 1. Или пол Тайкана. Да. Не, на самом деле, класс. Первый наш драк, я бы даже сказал, чемпионат среди электромобилей в Беларуси состоялся, удался. У нас есть победитель. Ура! Model X Performance, Dual Motors. Всем пока, подписываемся на канал.